Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на GameStudy. Зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Мы вроде отдали Дикстри и ключ, и сказали, где находится его сокровище, но у меня почему-то до сих пор висит задание сокровища графа Ройвена. Мы что, должны будем сами собственноручно достать его сокровище и отдать ему, что ли? Я не понимаю. Он что, охренел? Ладно, нам сейчас надо поговорить с Присциллой. Я, правда, не знаю, как она нам вообще в этом поможет. Пойдем к Присцилле. Так, погоди, а почему я иду туда? Почему мне GPS-ник показывает дорогу туда, куда-то вообще от города, когда Присцилла находится в городе? Вон же метка показывает, что она в городе. Ну-ка. Ну да. Она в корчме. Ты что, GPS-ник совсем, что ли, охренел? А, он, скорее всего, мне вот так вот дорогу показывает. Понял. А знаешь что, давай воспользуемся быстрым перемещением. Это там крыша горит или это просто, ну, типа факелы? А, это просто факелы такие мощные. Краснолюдики. Что они там задумали? Ну-ка, давай проследим за ними. А вдруг? Что-нибудь интересненькое сейчас увидим. На ребятишек не гляди, испугаешь еще. Что-то как-то они очень подозрительно ходят. А, куда пошли? Что-то по-любому затеяли. Или вы меня троллите, блин? Походу, они просто круги наворачивают. Ладно, повелся я на это дерьмо. А? Простите, что? Ты тоже бежал из Тимерии. Скверно выглядишь. А ты кто? Уши как у эльфа. А ростом как краснолюд. Ты кто? А, низушек. Это низушек. Нанять ведьмака, долги выбивать. Не, но такую фигню ты мне не наймешь, чувак. Я нет. Ну, конечно, сука. Кто лишит девственности белоснежку? Краснолюды. Чем базарит, блин? По идее, здесь не надо бы пользоваться быстрыми перемещениями, потому что город очень красивый, и надо ходить по нему. Буду, короче, быстрыми перемещениями здесь пользоваться как можно реже. Видел новых официантов? Нет. А есть на что глаз положить? Еще как. С тобой, мои девушки, приехали из краев, которые захватил Нильфгард. Тогда придется какой-нибудь из них показать на Вигра. Замечательная мысль. Иди пауком себе в шоу. Ничего интересного. Боги, костлявая, за мной пришла. Это он меня увидал и так сказал, что ли? Дворянка. Че, дворянка, здесь одна стоишь? Напукала, теперь отмахиваешь, что ли, запах? Любому пукать вышло. Ой, красота. Нам надо наверх.
эти войны участвовал. Говорят, ставки будут такие, что можно состояние выиграть. Я одно знаю. И меня тут поить хочешь? Если бы я хотел тебя тут поить, мы бы не пили кот де блесу. Почему? Оно слишком дорогое. Ну и заварил ты кашу в этом самом Лок-Муине. Так, все. Выше подниматься не надо. Снова ты здесь крутишься, ревийский бродяга. Курт Десарт. Надеюсь, встретимся мы не скоро. Да вот же мы встретились, чё ты? У нынешней молодёжи в голове сплошно. А Прицилла так нехило расположилась. Мне особенно нравятся ее окна. Большие такие. Ну, а вид, конечно, такой себе из окон. А нет, вот здесь вот ничего так, на площадь. Сейчас я у тебя тут комнату осмотрю, а потом мы с тобой пообщаемся. Что это, ну-ка? Так, а можно взять? Это какая-то записка. Письмо к Лютику. Я почитаю ваши письма, ладно? Я здесь главный герой, как бы я имею право. Милый Лютик, а с тех пор, как ты поделился со мной своими планами обокрасть мафию, я ни о чем другом и думать не могу. Несколько раз уже хотела я с тобой поговорить, чтобы ты выбросил из головы эту безумную затею, но не могу застать тебя в шалфее и розмарине. Надеюсь на меньшее зло, что ты готовишься к ограблению, а не избегаешь меня. Хочу верить, что тобою движет нечто большее, нежели страсть к деньгам и острым ощущениям. Но в любом случае предпочла бы, чтобы ты этого не делал. Наверняка есть другие способы помочь этой твоей старой подруге. У нас обоих достаточно знакомых в Новиграде, и многие нам обязаны. Может быть, пришло время обратиться к ним? Подумай об этом, пока ты не зашел слишком далеко. Да он уже перешел далеко уже, он все уже. За гранью далеко. Он сидит в тюрьме. Геральт. Так, как ты познакомилась с Лютиком, во-первых? Как ты познакомилась с Лютиком? На поэтическом турнире в Эландере. Конечно, я и раньше слышала о мастере Лютике. И, разумеется, сперва он показался мне надутым, самовлюбленным фанфароном. Только сперва? Я изменила мнение, когда он подошел меня поздравить. Я не думала, что он будет так любезен после поражения. Лютик может раздражать. Но бывают минуты, когда я понимаю, что он умеет быть честным и благородным. Если бы не это, я бы с ним, наверное, не выдержала. Понимаю. Не, Лютик хороший. Вообще классный персонаж на самом деле. Я знаю, где Лютик. Где? В подземельях Храмового острова. Дурная шутка. Я не шучу. Ну не волнуйся, Дрис придумала, как его вытащить. Нам нужно только найти Дуду. Значит, тебе надо найти Дуду, чтобы найти Лютика, чтобы найти Цири? Похоже, тебе предстоит страшно много поисков. Желаю удачи. У меня нет выбора. Я должен встретиться с ублюдком-младшим. Может, он что-нибудь знает. Так, задание выполнено. До свидания. Да? Все? Да, надо было просто сказать Присцилле, где находится Лютик. И тогда задание Дикстры завершается. Ясно. Так, теперь, значит, что? Нам надо найти корабль, идущий на скеллиге? Зачем? Не, погоди, я не понял прикола. Какой скеллиге? Вы чё? Надо ублюдка найти. Тут восклицательный знак. Ладно. Охота за младшим. Отправиться на ринг ублюдка младшего. Благодаря сведениям, добытым у Присциллы, Геральт знал, что мы с Цири заключили договор с ублюдком-младшим, членом Большой Четверки, группы воротил Новиградского преступного мира. Казалось, нет ничего проще, чем найти ублюдка, поговорить с ним и разузнать у него, где меня искать. Но в
те времена в Новиграде ничего не получилось. Не получалось. Подожди-ка. Вот зачем Лютик ограбил казну Диэкстры. По заказу младшего. То есть получается, что Цири нужно было что-то от ублюдка младшего. Но ублюдок младший сказал ей, что вот ты мне как бы предоставь, ну то есть доставь мне сокровище, казну Диэкстры, а я тебе сделаю взамен вот то, чего ты просишь. И ей Лютик начал помогать. Теперь все стоит на свои места. Ну теперь вопрос, зачем Цири нужно было, вернее, что нужно было Цири от ублюдка? Отыскать казино, принадлежащее ублюдку-младшему, найти укрытие ублюдка-младшего. Ну, вот так вот по порядочку будем делать, короче. Очень странно, в журнале первым заданием стоит отправиться на ринг ублюдка-младшего, а вот здесь вот под мини-картой почему-то первым стоит найти укрытие ублюдка младшего. Что за фигня? Че меня путают, Ну ладно. Будем делать так, как написано в журнале. Давай, не стесняйся. У меня найдешь все, что нужно. Таких, как ты, вообще в Новиград пускать нельзя. Однако же я здесь, и тебе придется с этим смириться. Но это я тому чуваку, который там говорит, что таких, как я, нельзя впускать в Новиград. Чё, пацаны, стоим, скучаем? Человек-ублюдка младшего. Мутант. Всё слова. Т, мудак. Ты чё скажешь? Что ещё за морда? А ты-то свою вообще в маской закрыл, значит, у тебя вообще она отвратительная. Сказал Геральт. Холера. Ну красиво же, ну посмотри. Эх, и жить не хочется. Духозахватывающий. Здравствуй, бродяга. Вроде кругом разруха, что-то. Но при этом, не знаю, как-то красиво. Тут именно очень классный левел-дизайн. И вот это вот все как-то так совмещается классно. Даже вот это вот все вот эти вот некрасивые здания, вот эти все уродские фасады, они смотрятся обалденно. Ну, то есть, тут, скорее всего, просто даже не то, что красиво, а очень атмосферно, как-то обволакивающе, как-то, не знаю, как это сказать? Как это сказать про... Сюда? Вот в эту дверь? О! Просто вышел на улицу. Я думал, сейчас куда-то мы в какое-то тайное место попадем. Это опять меня GPS-ник, короче, обманывает. А мама говорила, что если я не буду есть обед, то превращусь в стрыгу. Что такое? Что там? Что там происходит, А что они убежали? Вы что, испугались, что ли, меня? Не-не, пацаны. Раз Геральт достал меч, значит, должен кто-то умереть. Ну, кто-то очень плохой. А вы плохие ребята. Вы бандиты, прям написано у вас над головой. Бандиты. Вы этих надписей, конечно, не видите, а вот Геральт видит, и я вижу. Поэтому я должен сделать свое дело. Хм. Убежать они решили. А почему? Блевать? А. Не блевать. Вот в чем... В чем вопрос? Они здесь кого-то кокнули. Двоих. Глиф. Свидетельство. Что за свидетельство?
Свидетельство удостоверяет, что податель настоящего документа имеет право драться на арене под именем Ждан. Че, я буду Жданом, что ли? Ну, окей. А че? Ждан. Вот посмотри на него, ну вылитый Ждан. Ну Ждан же. Что из ушей кровь пошла? Да пребудет с тобой сила вечного огня. Дуэль шанс. Слышали? Тяжко. Прохода нет. Я Ждан. Я Ждан. Пустите. Здорово. Я тебя не знаю и не пропущу. И не стой здесь. Меня зовут Ждан, и у меня контракт. Стоя я им не заплачу, колдовать не буду. В общем, давай сделаем все официально. Узнаешь бумагу? Контракт на бой. Вижу, читать ты умеешь. На кого выписан контракт? На Ждана. Ждан, это я. Еще вопросы есть? Заходь. Только не слоняйся тут. Давай сразу к Игорю. Все в порядке. По коридору до конца и налево. По коридору до конца и налево. Хорошо. Я Ждан. Ну, имечко, конечно. Просто божественное имя. Ждан. Вот родится у меня сын, назову его Жданом. Давай, твоя очередь. Я уж готов. А проигравшим платят что? Проигравших свозят на кладбище. Оживлено у вас тут. Че ты за мной идешь, Че ты за мной следишь, что ли? Смотрю меня. Уговор, помнишь? Я подложил ему проржавевший меч. Ты, главное, протяни минуту. Ладно. А потом выпущу. Опять в пояснице стреляет. Вот тебе твои деньги. Уговаривались на больше. Если можно было бежать. Мне нужна работа. А что ты умеешь? Я умею работать мечом. Мог бы наняться в охрану. И кого ты собрался охранять? Так, я хочу охранять ублюдка младшего. Кто-то же должен следить за порядком. Но это будет, наверное, слишком подозрительно, если я скажу, что я хочу охранять ублюдка младшего. Или нет? Не знаю, мне вот этот вот вариант не очень нравится. Давай вот этот вот выберем. Просто кто-то должен следить за порядком, ё-моё. Толпа может выйти из-под контроля. Должен же кто-то следить за порядком. Хм. Опыт-то есть у тебя. И я убиваю чудовищ. Я ведьмак. Убиваю чудовищ за деньги. С людьми у меня проблем не будет. Охраннику иногда приходится драться. Но это не самое главное. Важнее, сможешь ли ты контролировать себя и толпу. Меня учили, как ускорять и замедлять работу сердца. Как сужать зрачки и менять скорость обмена веществ. Мой медальон дрожит, когда мне грозит опасность. Кроме того, я знаю простейшие чары. Я должен тебя испытать. Хочу посмотреть, как ты держишься в бою и вообще. Умеешь ты мечом махать или нет? Будешь драться на арене. Если продержишься 3 боя, возьму тебя на работу. Я согласен. Подбери мне противников. Уже все готово. Сразу начнешь? Или тебе нужно время? Время нужно женщинам всяким, а я ведьмак. Я всегда готов. Мне не нужно готовиться. Тем лучше. Сейчас посмотрим, на что ты способен. И помни, дерись не на жизнь, а на смерть. Толпа не любит, когда щадят противников. Начнем. Готовьте кошельки! Начинаем принимать ставки! Из далеких восточных земель, где жизнь человечья дешевле стакана воды, прибыл на бой ведьмак, мутант-убийца! Его противник,
Густав Рёне, человек, который ножом проложил себе путь из чрева матери. Убей! Да. У меня дети. Твой будет не ножом. Убей! Убей! Трое детей. Убей! Я не стану его убивать. Собак! Пускай убегает! Пустить собак! Еще и собак лишились. Победил! Ведьмак! Дурачью. Друг против друга выйдут ведьмак и волосатые братья прямо с диких островов. Ой. Их отцом был горный медведь. Они рождены, чтобы убивать. Их тоже может... А, о! Красавчик, он на моей стороне! Не зря его пощадил. А этих вот, к сожалению, нельзя было пощадить. Было бы прикольно, если бы каждого врага мог пощадить, и они были бы на моей стороне. А потом бы мы захватили это место. Чего? Ого! Здрасте. Так, не подходи, слышь, не надо мне помогать только. Эта тварь тебя просто один раз куснет и все. Мне сейчас еще за этого чувака переживать. А, все, готов. Так, а где мой товарищ-то? Жив, здоров, все нормально. Густав жив. Все, все. Да твою мать, раствори, значит будут монстры. А, херня. Они даже выйти не успели на ринг. Бориса? Не, Борис это значит человек. Какой-то, наверное, очень сильный человек Борис. Ну, раз после монстров выпускают какого-то Бориса, значит, это Борис какой-то мощный мужик. Давай, Борис, иди сюда. А, нет. Ой, бедненький медвезонок, что ли? Медвезонку убивать? Да вы чё, толпа, охренели, что ли? Прости, Борис. Не подходи, придурок, говорю! Оставь это ведьмаку. Еще одна победа ведьмака. Просто изи. Че, Геральт, высматриваешь? Браво. Красиво ты их уделал. Сказали мне, что на арене появился какой-то крутой. И что? И были правы. Реально ублюдок. Да кто такой? Это ублюдок, чё? Видно же, что ублюдок. Спасибо. От кого поздравления? Вот же остолоп. Действительно. Пришел меня убить, и не знаешь, как я выгляжу? Ну хватит уже этой возни. Сейчас... Краснолюды тесака забрались в каналы. Они режут посты. Так что ты стоишь, как член насвой? Собирайте людей и принимайтесь за карликов. Убейте уже этого ведьмака. Серьезно, что ли? Да откуда они все знают-то, блин? Откуда он знает, что я пришел его убить? Убейте его. Что-то здесь все знают, блин. И про мои отношения с Трис. Наверное, какое белье я ношу, блин. Хотя я его не ношу. Геральт же не носит белье, да? О! Так, ребята, ну-ка, гореть. Расслабились все. Блин, я сейчас больше всего за Густава переживаю. Густав, вообще не лезь, вообще не лезь. Просто наблюдай. Игорек, ну-ка давай отсюда. Ох, Густав красавчик держится.
Густав, просто вот здесь вот сядь пока и сиди, ладно? Так, что-то у этого есть. Шкура, ключ Игоря. Хорошо. А чего этот ключ? Так, тут ничего нет. Пол исцарапан, как будто открывали дверь. Где? За этой стеной должно что-то быть. Угу. Должен быть где-то рычаг. Ну-ка, вот этот факел не рычаг. Любопытно. Я уже все эти штуки знаю, ё-моё. Ну чё вы, ну конечно же, блин. Как по-другому-то, идиоты, не могли что ли прикольно что-нибудь придумать? Давай здесь сначала осмотримся. Так, в общем, смотри, Густав, по-моему, послушался меня. Да? Нет? Где Густав-то? Густав, ты где, блин? Вот, Густав, вот, ты правильно меня послушался. Вот здесь вот сиди, короче, и все. У тебя, говоришь, трое детей, все дела, в общем. Поэтому сохраняй себе жизнь. А я что? Я, подожди, я здесь тоже все хочу осмотреть. Ну, понятно. Здесь нас не пропустят. Здесь, скорее всего, тоже тупик. Ну да. А где ваш хваленый open world, ё-моё? Все, меня по коридору ведут, в общем. У меня нет выбора. Пошли. А. Тут тупик. Таинственное письмо. Ублюдку младшему, король Родовит недоволен твоими успехами. Тебе было велено избавиться от остальных членов так называемой большой четверки, и все-таки они живы и знают, что в покушении замешан ты. Не о том мы договаривались. Укройся на время там, где скажет человек, доставивший это письмо. И не вылезай. Король надеется, что взаимная вражда между оставшимися членами большой четверки... Докончит столь неумело начатое тобой дело. Интересно, а Дикстра знает, что младший сговорился с риданцами? Ну, узнает. Мы же ему скажем. Да, Геральт? Охота за младшим. Так, а вот же, смотри, куда можно еще пойти. Кто орет? Надеюсь, это не Густав? Вода. Так, тут что-то есть. А, я помогаю людям писака. Хорошо. Ух ты! Хороши, краснолюдики. Хороши. Что здесь такое лежит? Это же типа трон Игорька. Да, подожди, не надо доставать мечи. Сообщение от Игоря. Золотое кольцо. Тут были терки насчет депозита. Положили кучу хороших ребят, так что спешу вас успокоить. Все бабло в тайнике. В коридоре на арену с верхнего... Так, в коридоре на арену с верхнего уровня. Как встанешь спиной к решетке, посмотри на стену напротив, тайник перед тобой. И вот еще. Что? Деньги у ублюдка-младшего никто не трогал. Все на месте до последнего медика. Клянусь головой. Все в целости и сохранности. Ждет хозяина. Игорь. Так, как встанешь спиной к решетке, посмотри на стену напротив, тайник. В коридоре... На арену с верхнего уровня. Как станешь спиной к решетке в коридоре с верхнего уровня. Я сейчас нахожусь на верхнем уровне. В коридоре. Вот коридор. О, я еще и перегружен, что ли? Серьезно?
Вот арена. В коридоре. К решетке спиной. Какой решетке? Где решетка? Блин. Надо что-нибудь выбросить. Не, так не пойдет, слышь. Надо что-нибудь выбросить. Так, сейчас, погоди. По цене сделаем. Угу. Ой, сколько говна. Вот так вот, нормально. Спиной к решетке. Ну, явно не здесь, да? К решетке. К решетке. Так тут несколько решеток, ё-моё. Ну-ка, подожди, может быть, у меня охота за сокровищами. Нет, здесь ничего такого нет. Нет, здесь ничего такого нет. У решетки. Эй, тихо, 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 тихо. Что тут? Ладно, пойдем дальше. Может быть, где-нибудь дальше. Не знаю, не понимаю. Я не могу понять. Вроде все просто написано, а я не могу понять. А сюда можно будет вернуться? Ну, походу, сюда можно будет еще вернуться, да? В общем, как-нибудь потом вернемся, это сокровище найдем. Или сейчас найдем. Уже не вернуться. Да и насрать. Херня там какая-нибудь лежала бы по-любому. Так, найти укрытие ублюдка-младшего, отыскать казино. Принадлежащее ублюдку младшему. Поговорить с DX Трой о связи. Страх теперь на улице. Так, ублюдка с реданцами, это понятно. Давай сходим в казино ублюдка младшего. Только не говорите, что мне там придется поиграть в Гвинт. Я вот в Гвинт точно не хочу играть. Можно я там просто всем лицо набью и все? Здесь таким, как ты, не место. А пошли вы нахер. Я просто зайду. Чего нет, тебе нет. Тут надо? Того же, что и всем. Поиграть, повеселиться. Вход только по приглашениям. Может, договоримся? О, вот это мне нравится. Я войду, если надо, через ваши трупы. А я думаю, ты меня все-таки пропустишь. Проходите. Добро пожаловать. Спасибо. А ты пожелай мне удачи. Удачи вам в игре. Спасибо. Че, я зря качал, что ли? Ой. Что за помойка, блин?
тебя заберу наверх. Вот нет. Это вот для цирка. Отловить или... Заберу, говорит, тебя наверх? В смысле? Да, можно сыграть в карты с гостями казино. Ва, блин, вообще их еще тут трое. Умел бы я играть. Тут кто посудой бросается? Вы че? Ё-моё, неужели придется в этот гвинт влазить? Надо бы оторваться от стола. Так, ладно, надо сохраниться тогда. Я присоединюсь? Я тебя тут никогда не видел. Ну вот же, видишь, все, это первое когда. Так, я тебя тоже не видел. Я тебя тоже здесь никогда не видел. Ты явно не знаешь, кто я такой, раз пытаешься держать фасон. А мы здесь в фасоне не люб... Откуда ты вообще узнал про это место? Меня пропустили. Для тебя этого достаточно. Нет. Надеюсь, тебя кто-нибудь рекомендует. А до тех пор я с тебя глаз не спущу. Ой, блин. Разговор закончен? Тогда давай уже играть. Не вопрос. Садись. Я сейчас все просру нахрен. Чтобы вспомнить вот это все. Так. Так, лучше мышку, наверное, взять. Дикстра. Возьму сильных. Или под... Подожди, я неправильно делаю, ё-моё. Вот уже начинаю тупить. Да все, хватит. Начать игру. Я все равно ничего не понимаю. Ну как бы немножко вроде разобрался. Но как бы и нет. А, ливень. Ясное небо. Или лучше мглу взять. Давай возьму ясное небо. О. Начало раунда. Ну, погнали. Мой ход, говоришь, да? Мой ход. А я вот схожу. Не. Вот так. Ого! Ни хрена он меня окружил тварями! Да ты заколебешь, слышишь? Я не знаю, что в итоге это вообще даст. А, ну понятно, вот у меня убавились очки. А, нет, подожди, не очки. Ну да. Уничтожили, короче, моего бойца. А у него уже 43. Твою мать, это вообще нечестная игра получается. У него слишком крутые карты. Так, у него 6 карт, у меня 9. А, он пасанул, что ли? Ха! Даже если я сейчас выиграю, то я без карт потом останусь. А если проиграю? Ай, блин, проиграю, давай. Надеюсь, у него там фуфло осталось.
удвоил свою карту, тварь. И чё? Твою мать. На! Ай, вообще не туда. О, туман пустил еще. Так, ты у меня куда встанешь-то? Ну-ка, ты у меня где будешь стоять? Ой, как раз прям в тумане. Нет. А ты? Ай, сюда. Да ты слышишь? Ну, у меня есть хорошая погода, если что. Я потом использую. Вот эти сейчас подружатся, смотри. Оба. Оба. Все. У меня 16. У меня тоже 16. Козлина. Опять началось у них там. Ёперный театр, ты смотри, что он творит, а? Это им... Ну, это нет. Нельзя так, нет. Пошел нахер, короче. Ясную погоду сделаю и уйду. Я проиграл ему. А чё мой ход-то, блин? Да. На. 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 Нет, я не буду это использовать. Все. Противник выиграл, да. Ну, конечно, выиграет он. Вот же! Карта идет как никогда. Я заметил. Раздобудь денег и возвращайся. Может, я позволю тебе отыграться. Карта ему идет. У тебя просто вообще непобедимые карты, блин. Карта у него идет. Он танком против, не знаю, там, пожарной машины. Что делать? Загрузиться, что ли? Жалко деньги. Правда, я что-то не посмотрел, сколько я денег проиграл. Загрузиться и нахер? Этот гвинт? Ну, блин, здесь что-то интересное, наверное, будет. Какая-то информация. Может быть, их победить читами? Чтобы не это... Не возиться. Ну, реально я не хочу здесь сидеть. Вот смотри, с одним сколько мы времени потратили. Сейчас придется с ним еще играть. Ну, конечно, можно на монтаже все это вырезать. И как бы оставить чисто победу. Ну вот его, я не знаю, такими картами, как у меня, его победить вообще нереально. То есть мне надо прям реально крутые карты найти. Нет. Нет. Веди себя прилично, приблуда. Это Новиград. Но так-то хочется, конечно, вот этот квест выполнить прям. Как сегодня идет карта? Я с плебсом не играю. Когда-то меня производили в рыцари. Я ищу ублюдка младшего. Приятное место. Воистину. Жаль только, что сюда приходит столько хамов. Знамение времени. Ныне миром правят деньги. Хозяин в это дело вложил порядочно. Ну, он, конечно, не скупец, но мог бы и запретить продавать фишты. Это привлекает всякий сброд. Я как-то спросил его, так ли это необходимо. А он только рассмеялся. Может, мне с хозяином поговорить? Позволь дать тебе добрый совет, приятель. Никогда при никогда не расспрашивай про младшего. Я тебе больше скажу. Меня попросили, чтобы я дал знать, если кто вдруг начнет спрашивать про хозяина заведения. И если ты будешь слишком настойчив, то я так и поступлю. Да нет, я не настаиваю. Я могу тебя просто здесь зарезать и вас всех здесь перерезать к херам собачьим и все. Но я этого делать не буду. Я же не убийца какой-то. Будем считать, этого разговора не было. Вижу, ты человек рассудительный. А разум – важнейшее свойство для мужчины. Вот где бы мы сейчас были, если бы не благоразумие, а? Нигде. Самую точку. Приятно было поговорить. Может, теперь сыграем? Ну, надо сыграть, выиграть у него, и тогда мы получим информацию. Это же очевидно.
Он как бы, типа, мне проиграет бабки, но я скажу, типа, знаешь, бабки мне не нужны, мне нужна информация, типа. И он будет вынужден мне дать информацию. И при этом он не настучит на меня. Ну, давай с ним сыграем, посмотрим, какие у него карты. А, 50, их вообще не шапка, ё-моё. Безусловно, желаю успеха. Слушай, меня не запугаешь. Поехали. А, где там начать игру? Че там, давай Дикстру возьмем. А ну ладно, тоже неплохо. Так, ну я тоже с пятерой, да? Ну давай я тоже пойду с пятерой. У противника Скайотаэли. Надеюсь, каких-нибудь монстров не будет, которые будут меня окружать. Ну, дуданул, блин. Давай вот это используем. Да по-любому у него тоже карты очень крутые. Ай, ты смотри, че, а ты смотри, все. А ясной погоды у меня нет, блин. Твою мать, а у меня, смотри, вот эти-то мощные, а они сейчас не сработают, они у меня будут единицу давать. А вот почему я не вижу на какие-то... Вот на какие вот эти вот полоски влияет-то? У меня 7 карт осталось, у него тоже 7. О-о-о! Козлина, тоже с крутыми картами. Короче, здесь непростые вообще игроки, совсем непростые. Противник спасовал, серьезно? Твою мать. Прямо в дождь пойду, нет. А что если ничья? Не, я сейчас свою вот эту вот покалечу. А пофиг. Ну я просрал этот раунд. У него 7 карт осталось, у меня 3. Мне надо было сразу использовать вот эту хрень. Ну, на. Угу. Ну. Ой-о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 й. Чё творит? Чё творит тварь, а? Ну все, чё? Всё, на. На. Всё, у меня. Одна карта осталась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все. Да и мимо еще и на себя наложил это дерьмо. Ну куда ты ходишь? У меня карт нету, блин. Че ты еще пытаешься? Все, ты победил. Так. Сейчас еще раз я проиграю, потому что у меня карт на руках нет. Какого раунда? У меня карт нет. Я просто божественный игрок в Гвин. Отличная игра. Поздравляю. Сердечно благодарю. Если захочешь реванша, говори. Тут они непобедимые, короче. Пошло все это нахер. А есть такая страна, где таких, как ты, побольше? Ну теперь меня будет бомбить, если я вот это вот брошу и пойду сразу искать укрытие ублюдка. Или пойду к Дикстре. Скорее всего, вот это задание сыграть в карты с гостями казино провалится. И меня будет от этого бомбить, что у меня осталось незавершенное дело. Ну, давай еще с третьим пообщаемся. Да блин. Чё прыгаю-то я как дурак? Вот я вот из-за этой Зельды, вот в Зельде, вот на Б прыжок, вернее бег, а на А
А на что там? На ничего там, на этом действии. А в Ведьмаке на Б прыжок, а на А бег. И я иногда, чтобы просто ускориться, нажимаю на Б и прыгает у меня Геральт так вот тупо. Потому что я привыкаю к управлению Зельдой, а потом, когда я играю в Зельду, я уже привыкший к Ведьмаку, начинаю в Зельде тупить, Б нажимать вместо А, например. Вернее, да, нет. Короче, кнопки путаю. В этих играх очень по-разному кнопки расположены. Вот я и путаю. Так. Подожди. Вот с этим общался, с этим... А, вот там, в углу кто-то сидит. С ним не общался. Хорошо идет карта. Мутант? Что здесь, сука, делает ведьмак? Ты видишь здесь топляка или еще какого-нибудь пиздогона? Че там базарит вообще дико? Где найти владельца? Как раз сегодня я пиздогонов не выслеживаю, я ищу хозяина этого заведения. О, вот и вчера кое-кто про него спрашивал. Кто? А не знаю. Раскроили ему башку, прежде чем я разглядеть успел. Плавает теперь с карасями в Понтере. Ублюдок, говорят, всегда был подозрительный, а теперь совсем ошалел. Мне очень нужно поговорить с хозяином этого заведения. Ты знаешь, где его искать? Вот холера. Ничего я не знаю. Ща, погоди. Господа, этот правонарушитель жаждет поговорить с хозяином. Кто знает, где искать младшего? Ну ладно, пусть будет так. Я не против. Нахер ваши карты. Слушай, а может быть здесь и не надо было играть в карты на самом деле? Может быть надо было сразу вот здесь доводить до этого? Но реально здесь какие-то нереально сложные игроки в Гвинт. Не, какой-нибудь супер опытный игрок в Гвинт, наверное, бы и победил. Потому что здесь же можно было бы, например, там, прежде чем идти сюда, там, карт купить. Себе хорошую колоду сделать, прийти и всех победить, по идее. Жалкое зрелище. Так. Есть что тут, нет? Или наверх надо подняться? Ой, ой, хорошо бьет тварь. О, блин. Чуть не убил. С болота. Рассмотреться. Давай осмотримся. Избили до полусмерти. Эй, ты слышишь меня? Рико. А ведь хотел уйти отсюда. Вот ушел бы и не помог бы Рико. Рико. Ты живой? Не добивай. И в мыслях не было. Ты кто? Я слышал крики внизу. Уже все в порядке. Ты мне поможешь? Так, сперва поговорим, ты кто? Вижу, не так уж сильно тебя поколотили. Давай-ка поговорим. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Посиди здесь, беги! И веди себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Загляну как-нибудь, ага.
Ну, даже если бы я здесь гвинт всех выиграл, все равно бы закончилось тем же, чем сейчас все закончилось. То есть я бы здесь всех просто перерезал, как было, например, на ринге. Тишина, спокойствие. По-моему, даже чище стало, да, здесь? Внизу меня никто не поджидает. Интересно, а те двое там еще стоят или ушли? Ушли, ребята. А возможно, зашли, я их зарезал. Так, найти укрытие ублюдка младшего. Пойдем искать. А что искать-то? Вон нам GPS-ник показывает. Тут даже, знаешь, получается не найти, а просто дойти, наверное. Что-то мне кажется, надо бы помедитировать. Жизньки восстановить. Да и чтобы было посолнечнее, поярче, не знаю. И на дождь нарвался, блин. Ну, все равно вроде как ярко. Как бы не особо-то сильный дождь. Так, чисто моросит. Ну, Геральт, конечно, промок. Как будто, не знаю, там, 3 часа ходил под дождем. Че здесь? Приветствую. Вы по какому делу? Я договорился с Розой. Я договорился с Розой об уроке фехтования. Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту. Просила, чтобы вы к ней присоединились. Интересный, чувствую, будет урок. Спасибо. Теперь точно нам нужна хорошая погода. У нас, походу, свидание намечается. Но ничего не будет. Ничего не будет. И... возможно, это не Роза, это опять ее сестра. Ну-ка, давай подождем, может быть, все-таки дождь прекратится. Че он так резко встал? Женщина, тебе не холодно под дождем голой тут танцевать? Блин, дождь не прекращается ни хрена. Вообще даже близко не думает кончаться. Ну давай подождем еще. Для некоторых это единственная возможность помыться. Ясно. Ну, слышал, да, сейчас, что мужик сказал? Про дождь, типа, для некоторых... Твою мать! А, ну, для некоторых, говорит, это единственная возможность помыться. Но раньше же с гигиеной были проблемы. Эти охотники и радугу бы сожгли, если бы дотянулись. Так, подожди. А где эта Роза-то? У меня же сейчас пока задание ублюдок, а где задание Розы? Дополнительное задание. Так, где у нас фехтование? Вот. Встретиться с Розой.
Ух ты ж, сколько обратно-то переться. Ну ладно, тут есть быстрое перемещение. Воспользуемся. Ублюдок пока пусть там это отдыхает. Мы его успеем еще убить. Так, подожди, не понял. Или это что было? А, это доска объявлений. Я думаю, что за восклицательный знак новый появился. Да? Что-то я не понял, подожди. Ну да, это доска объявлений. Кусочек там от доски объявлений торчал на мини-карте. Я думал, это восклицательный знак. Я бегу, Роза. Хотя это ни хрена не Роза. Любопытно. Что? Что любопытно? Что? Ты про что, Геральт? Так, ну-ка. Вот здесь что-то Геральт увидел, заметил. Во! Что это? Похоже, это тайник. Записка, оставленная шпионом. Переговоры с торговой корпорацией продолжаются. Купцы согласились почти на все условия императора. Прогноз положительный. У Родриды есть планы на Новиград. Ключ к Новиграду – вечный огонь. У кого в кармане иерарх, у того и город. План в разработке – следующее сообщение в тайнике за хромоножкой. Хорошо. Нет, я не буду брать это задание пока. Ну вот так вот, понял? Просто шел, и Геральт такой, оба, такой, заметил, короче, записку, понял? Такой, типа, да что такое опять? Чего вы паникуете? Они случайно вот не этих? Вот, да, это бандиты. Тут, оказывается, бандиты собрались, они орут. Я думаю, они из-за меня орут. Типа, видят ведьмака такие, типа, первый раз в жизни видят ведьмака, хотя в Новиграде первый раз увидеть ведьмака, да быть такого не может. В Новиграде, по-моему, всех можно увидеть, и не по разу. Да ё-моё. Вот, я думал, что они видят ведьмака и боятся. Но это же нелогично, блин. Как это в Новиграде первый раз увидеть ведьмака? Быть такого не может. Тут ведьмаков столько побывало по-любому. Что это вообще привычное дело. Так, будем опять выбрасывать, короче. Цена. Угу. И погнали. У меня сколько рубашек, оказывается. Надо продать просто все это. Ну, сейчас немножко... Да, опа, почему? Почему я этот меч обратно верни это? А это выбрось. Это выбрось. Сейчас чуть-чуть просто рюкзак. Вот так вот. Пойдем к какому-нибудь кузнецу. У кузнецов денег много, железки они любят. А давай прямо сейчас посмотрим, где поблизости есть купец. Так, девушка у нас здесь, купец вот здесь вот есть. Ну, давай сюда, хорошо. Надо только в хорошем месте встать. Личная боль. Говорил я ему, не важно. Игра у меня установлена на SSD, но почему-то все равно местами фризит. А фризит почему? Потому что подгружаются данные. Странно. Может быть, у меня SSD-шка выходит из строя, хрен знает. Ой, слушай, а здесь, наверное, торговец бедненький будет. Тут, скорее всего, у торговца немного денег будет. Эльф, тем более эльф. Ну, мы, конечно, попробуем. А, так это этот, он меня не купит ни хрена. Он меня не купит мечи, зачем ему мечи? Это же Элихаль. Элихаль, ты покупаешь мечи? Привет. Может быть, он у меня доспехи купит? Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Покажи мне свои товары. Я бы взглянул на твой товар. Это я сейчас тебе дам. Прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть как вторая кожа. Как вторая кожа. Ну, видишь, у него какая фигня продается. А что это у него вот эти вот восклицательные значки? Зачем? Обычный предмет. Для маскарада. Купи, короче, у меня. Слышь, сапоги купи. У меня рубашек, блин. Ты бандитов всех раздел, да?
А, так слушай, он и мечи покупает. Но я много-то и не продам. Ну, и то хорошо. Блин, надо было эти дубинки продать. Они же много весят и мало стоят. А у него 10 есть. Ага. Нет. Тогда, ну-ка. 15. Не, я ему больше ничего не продам. Деньги кончились у бедняжки. Прощай. Эх, Элихаль, Элихаль. Что-то денег у тебя маловато, блин. Тебя тоже ненавидят, Вадгер. Геймпад тоже надо уже менять. Что-то он как-то не особо послушный. На заднице уже отцвели. Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал. Так, не хочу я с тобой биться, блин, заколебал. У меня нет времени давать тебе еще один урок фехтования. В этот раз урок преподам тебе я. Ну что ж, как угодно. Это же этот, как его, девка-ягодка, да? Щиту какой себе он раздобыл. Ну что, хватит с тебя? Да, но в следующий раз. Следующего раза не будет. Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Ты дурак, что ли? Я не понимаю этого мужика вообще. Нет, Геральт, мы его не убьем. А не вздумай. Он просто дурачок. А тебе никакого труда не составляет побить его. Так что не надо его убивать. Эй, Геральт, сюда! А где ты? Что-то не вижу. А, вот. Это у тебя охрана или ты одна сюда пришла? Надеюсь, что она с охраной. Ты всегда гуляешь с полком нильфгаардской пехоты? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Да хватит об этом. Солдат, можете идти. Моего превосходительства посол Варатре говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаешь? Это Геральт из Ривии, лучший фехтовальщик Севера. Мне с ним ничего не грозит. Ну, кругом, шагом, марш! Раз-два, раз-два! Наконец-то! Ну, Геральт, пойдем. Я тебе кое-что покажу. Так, мы договаривались... Чё? От уроки? Может быть, об уроки? Ты меня используешь? Меня используешь, мне это не нравится. А мне не нравятся кружевные юбки и риданские романы. Но о вкусах не спорят, так что хватит об этом. Иди за мной. Ну я и дал понять, что я не тупой, я все понял. Я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту, как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных? Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? Я не хочу тебя поранить. Лучше смотри, как бы я тебя не поранила. Да я тебе голову снесу нахрен. Давай, ты чё? Геральт,
Защищайся. Ты дура, что ли? С ноги в грудак, на. С плеча, на, в челюсть. Ай, ай, ты чё, ох ты ж. На. Ай, ай, блин, я хотел использовать арт. Да ё-моё, Геральт. Иди сюда. Хорошо, что я не Брукс или какой-нибудь Аль. Иначе ты был бы уже мертв. Поздравляю. Ты действительно дерешься как Брукс. Да, я поддавался. Может, мне подойдет такое прозвище? Черная Брукса. Черная, ну, потому что из Нильфгарда. Ну хорошо, а что теперь? Откуда у тебя интерес к фехтованию? Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И все время одни банкеты. Ненавижу банкеты. Ага, разговоры скучные, еда гнусная, выпивка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться. Выпустить пар. Ну хорошо, так что теперь? Возвращаемся домой. Только... Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Но драться в корсете, он же сковывает движение. Роза! Зараза, сбежала. Если с ней что-нибудь случится, Варатра оторвет мне башку. Да. Так, следы. Она не могла уйти далеко. Да, Геральт, она не могла уйти далеко. В той стороне 7 котов. Ну да, девчонка решила развлечься. Буду теперь следить за каждым твоим шагом. Пошли, следи, давай. Чё там стоишь-то? Ты же сказал, что будешь следить за каждым моим шагом. Давай, пошли. Ну, идёшь, нет? Мужик сказал, мужик сделал. Лох. Вот. А теперь я ей покажу свое мастерство. Как на самом деле ведьмаки дерутся. Ты забралась от Нильфгарда, солнышко. Не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Варатре, у нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с нильфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам. А с этой чудой мы еще разберемся. Так, платить им деньги? И магию на них пошли просто отвалить от нее, блин. Я тебе скажу, чтоб ты понял. Отъебись от нее. Ну надо же! Теперь уже не только черные желают нам приказывать, но и ведьмаки. Только вот я ни тех, ни других слушать не стану. Хватай его, Лукас! Че, дурак? Давай, защищайся. Ты же хотела урок фехтования, давай. Давай, в реальность. Давай, ныряй в нереальность, слышишь ты, женщина? Ты же хотела приключений. Ну давай. Ух, пьяный, а смотри-ка, удары ведьмака отбивает. Это как вообще такое может быть? Какой-то крестьянин с дубиной отбивает удары ведьмака. Ну, не надо было Геральт убивать уж. Ну чё, пьяные просто дурачки, ну зачем? С ноги бы дал ему в грудак и все. Не хочу я убивать этих придурков. Не, ну как, какой-то холоп, я не понимаю, какой-то крестьянин пьяный может отбивать удары Геральта, ведьмака. Теперь ты понимаешь, почему твой отец настаивает, чтобы ты ходила с охраной? Чтобы они могли меня защитить, как ты? Какие? Нет. Чтобы до такого не доходило, Роза.
Из-за твоих капризов погибли люди. И вот. Что? Я должна уронить над ними слезинку? Устроить минуту молчания? Они получили по заслугам, гниды. Нет, они просто пьяные дурачки, и у них злоба на Нильфгард, как бы. Поэтому они так себя ведут. Они ничего такого не заслужили. А ты, Геральт, как бы, зачем ты ее обвиняешь? Ты бы мог им просто лица набить, вырубить их керами, все. Нет, блять, надо мечом прямо порубить напополам. Ты как бы тоже виноват. Могу просто их хардом вырубить и все. Но нет. Буду рубить на мясо. Так, и ты удивляешься, что Север ненавидит Нильфгард? Ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгард? Я думала, ты не такой, как остальные нордлинги. Что ты нас понимаешь. Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Пошла. Понимаю. Нахер. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. А тебе я желаю поноса. Пару дней. Избалованная девка. Дурочка. Так, давайте, друзья, на этом мы эту серию закончим. Что-то она прям у нас такая длинная получилась. Ну, по-другому и не получается у меня. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.